100 погибших правоохранителей, 49 из них при задержании преступников. В память коллег одесские полицейские возложили цветы у мемориала защитникам правопорядка. А после минуты молчания прозвучал салют в честь героев. Вспомнить своих самых близких людей пришли и родные погибших. В 1986 году мой муж погиб при задержании особо опасного преступника. Мы каждый год приходим на это, для нас всех, я думаю, святое место, для того, чтобы почтить память наших погибших и мужей, и сыновей, и родителей наших детей. Служить и защищать – это наш лозунг, который остается, и такая наша судьба, что некоторым придется погибнуть. Но это мы выбрали целенаправленно этот путь. Поэтому отдаем честь тем, кто исполнил свой долг до конца, отдал жизнь.